Владу, стой! Не открывай депрезистар, тебе все равно ничего не выпадет! Вот мегаящики будут что? Намного лучше! В смысле мегаящики лучше? Не, ну, я, конечно, не планировал у тебя легендарный приз увидеть, но у меня сейчас тоже что-нибудь будет светиться! Ты точно уверен, что мегаящики лучше? Я тебе сейчас докажу обратное. Поехали! У меня зато лайк выпал! Сразу же, Владу, сразу, блин! А, нет, скин, нормально! Как скин-то? Ребята, сегодня мы с Купиком решили устроить очередную битву призов Стар и мегаящиков! Которую я выиграю! Нет, нет, я уже получил только что 2 балла. Каждый новый скин нам даст 2 балла. Эпический бравлер 5 баллов, легендарный 10, а остальные, напомню, по ходу видоса. Владу, а ты эпических бравлеров там случайно не забыл? Это не важно, главное сейчас выбить Легу. Я все еще жду, что она мне дропнется прямо в начале ролика. Это было бы вообще мега классно. Да, Владус, но такого у тебя не будет, потому что Лего будет у меня из мега ящика. Или нет? У тебя хоть один предмет светился сейчас в начале ролика, скажи. Нет, Владус, вообще ничего. Давай, я даже в мега ящиках начинаю потихоньку сомневаться. Сейчас, ребята, ставим лайк, и я открываю мифика. Давай! А, ладно, видимо, не до конца лайки поставили. Поздравляю, Владу, там тебе тоже выпал лайк. Удачи, удачи. А, реально? Ты что, его пропустил? Перемотай, пересмотри. О, стоп, стоп. Ты что, начал призы открывать? Не перематываем. Ждем легендарный приз. А, нет, Купик, у меня уже не будет легендарного приза, потому что он уже был. Да, Владус, и больше у тебя их никогда не будет. Почему всего лишь гипер я бравлера хотел, блин? Слушай, ну то, что мне выпал скин, это реально гораздо лучше, чем твой гиперзаряд. Зачем он тебе нужен? Но сейчас, как только закончатся наши призы Стар, я открою мега ящики. Да, Владус, да ты что творишь? Какой 8-бит? Еще и бравлер. Я думал, скин хотя бы. Он же никогда раньше не выпадал, по-моему, 8-бит. Или выпадал? Нет, из призов Стар он может выпасть, из мега ящиков не может. А, серьезно? А как так? А, не, я понял, про что ты говоришь. Все, сейчас же Brawl Stars переделали, и теперь все бравлеры выпадают, кроме Шелли. Поехали, Купик. 5 предметов и ни один не светится. Класс, а я же говорил, что мега ящики, ну, так себе. Привыкай, Владус, это стандартный Brawl Stars. Я лично считаю, что их испортили, когда их по новой добавили, хотя у меня сейчас один предмет светится. А чё он у тебя светится? Я прикола не понял, у тебя ж 5 предметов подкрутили, было. Подкрутили мегаящики. Походу. О, скин. Да, скин, конечно, конечно. Ну как? Слушай, Купик, но я все равно тебе выигрываю. Мне выпадает гораздо больше всяких ништяков, чем тебе. Это только начало. Нужно до самого конца внимательно смотреть и там убедиться, что Купик, конечно же, затащит. Ну, конечно, конечно, затащит. Нет, нет, это вряд ли. Мегаящик... Ты... Что? Ты дурак или как? Почему? Стой. Подожди. Сейчас. У меня слов нет. Мне тоже. Я... Секунду, ребят, я просто хочу запостить это в свой телеграм-канал. Подпишитесь на него, ссылка в описании. Я, если честно, даже не знаю, открывать или да. Вот ты все еще думаешь, что призы Стар лучше мегаящиков? Уже беру свои слова назад. Купик, 15 предметов, 14. 3... Но я знаю, что у тебя будет, Владус. Сказать тебе спойлер. 1000 монет, что? Давай попробуй, скажи спойлер. 12 и светится. У тебя сейчас будет скин на рикошета и выпадет 100 миллионов значков на него. Вот тебе и спойлер. Нет, так не будет, Купик, не будет. Правда ведь, ребят, поставьте лайк за мою футболку, вот, ставьте. И я сейчас открываю. Да нет, стой! Только не значки. Владус. Только не значки, сори, пожалуйста. Сори за спойлеры, Владус, вообще сори, я не хотел. Нет, нет, как? О, спрей. Ой, что, спрей? Вот это выглядело круто. Это выглядит вот так круто. Хотя бы гемы, хотя бы блинги, ну, ребята, это выглядело эпично. Ты видел это? 16 предметов, это вообще какое-то читерство. Смотри, Купик, 2000 удвоитель. И чё, нафига они нужны? Я не знаю, мне нравится. 9 гемов, а вообще ждем соточку гемов. Надеюсь, мы ее не пропустим. Ой-ой-ой-ой. Но сверхредкий, конечно, не кайф. Я считаю, что должен быть, так как минимум, сразу легендарный. Мы уже на втором аккаунте. Здесь примерно 600 кубков. Здесь, я думаю, повезет мне и выпадет бравлер легендарный, желательно. Нет, нет, Купик, вот ты мечтаешь об этой легендарке, а она мне выпадает. Вот даже на твоем ролике, который мы засняли на твой канал, мне выпала легендарка, и сейчас будет Владос, то же самое. Тебе там просто повезло, это не считается. Нет, нет, Купик, мне везет, если я загадаю эту легендарку, понимаешь? Сейчас, подожди, попробую загадать. Ой, случайно подписку на канал загадал. Владус, сори, ты перепутал, ты случайно мне ее загадал. Не-не-не-не-не-не-не, я загадал подписку на канал,
надеюсь, это, конечно же, произойдет. И еще лайк нужно не забыть поставить. Итак, мифик, стоп, а из мифика же может выпасть бравлер, правильно? Может, даже может мифически, только лего не может выпасть. Но у тебя все равно будут очки силы абсолютно всегда. А почему лего не может выпасть? Это что за нечестная игра, я не понимаю. Так потому что лего может только выпасть из легендарного, это же логично. Я вообще не думаю, что лего может выпасть из... Из приза старт, но сейчас это произойдет, ты готов? Владус, пожалуйста, давай ты легендарку себе получать не будешь. Это немного лишнее, я думаю. Ты еще скажи, чтобы я дождался, пока у тебя лего будет, у тебя ее не будет. Да нет, мне кажется, можно долго ждать, поэтому давай просто открывай. Поэтому открываем, нет. Как? Какой гиперзаряд? Нет, ну ладно, поздравляю, гиперзаряд тоже хорошо на самом деле. Так на этом аккаунте, по-моему, нет ни единственного бравлера с 11 силой. Так и чё, гиперзаряды могут выпадать даже когда у тебя первая сила, потом просто не активируются. Так это ж нечестно вообще. Ну не знаю, вроде нормально. Не нормально, а если я просто зашел на этот аккаунт и открываю ящики? И я не собираюсь на нем играть. У меня вот вопрос есть, почему у тебя 8 бит выпадает второй раз в ладу? Седьмой из 10 сверхредких, то есть по идее может сейчас выпасть еще 3 сверхредких. Если бы так хорошо. Сверхредки это твой реально максимум. Больше никого не будет, лучше имею в виду. Ты видел? Мне только что блинги выпали. О! Скин на Барли! Не, как-то пропустил немного. Скин на Барли, хорошо, скины нормально. Особенно потому, что тебе вообще ничего не выпадает, кубик. У тебя хоть когда последний раз что-то выпадает? Я не знаю, мне там на этом аккаунте хоть что-нибудь было. Кубик, да сколько можно? Готовься, погнали! Вот это да. Ладно, сори, как-то смешинка попала. Так мне похоже тоже в Бравл Старс. О, зато кредиты выпали. Не, ну кредиты это ж хорошо. Да, только когда их 1000 сразу выпадает, тогда вообще нормально. Кредиты это как часть бравлера. Мега ящики, поехали. 35 блингов. Я так понимаю, это что-то донатное. 12 гемов. Ладно, у нас с тобой одинаково было по 12, только у тебя было предмета 4, а у меня 8. Сейчас будет интересно, а кому лучше выпадет, где 8 предметов или где один? Но пока что мега ящики кажутся хорошими. Ты реально в этом сомневаешься? Понятно, что у меня, смотри, первый будет скин. Все. Нормально. Больше ничего не будет, кубик. А хотя еще один светится. Нет, да? Там еще кое-что светится. Давай, теперь твоя очередь открывать. Ну, давай, открою. Это скин на кольта. Че? А! А я думал, это бравлер! Я тоже подумал, что это бравлер, кубик, ты скамер! Перепутал! То есть, получается, ты зря выпендривался? Ну, вообще-то у меня было хотя бы 2 скина, у тебя всего лишь один! А сейчас у меня сколько предметов? Напомни-ка! Я вижу уже! Давай, открывай свою семерку, там 26 монет! 26 монет, это значит точно бравлер выпадает! Это доказано, я это доказывал. Ну, тебя вообще ничему жизнь не учит, монеты не влияют! Вот! У меня вот 59 монет, и бравлера у тебя нету, только скин! Сейчас будет бравлер, кубик, у меня же еще светит! Как скин? Ну почему? Почему? Запомни, монеты не влияют. Я считаю, что если меньше 40 монет, выпадет либо один бравлер, либо 2 скина. Вот у меня только что было 26 монет. Вообще даже ничего не светится. Так это на как твоих аккаунтах. Это на твоих аккаунтах. На моих это работает же. Ты офигел, в смысле? Так, подожди-ка. Сейчас мы откроем, кажется, еще один мегаящик. И у нас ничего не... Ты как это сделал? На последние подарки? Ты серьезно? Какой последний? Ты нет, кубик, это вообще не последний. Ну последний, в смысле, единичка, имею в виду, у тебя светится. Вообще... Вот последний же единичка-то у тебя. Сейчас мы открываем, получаем Эдгара! Что? Неплохо! И но я готов! У меня будет рикошет. Я готов открывать призы Стар, поехали бегом-бегом. Вот ты сам как думаешь, тебе что вообще выпадет? Без понятия, кубик, потому что этот аккаунт у меня проклятый. Чего? Представляешь, если это будет самый удачный аккаунт за весь видос? Мне кажется, это будет прям супер, наоборот, у тебя вообще ничего, даже ни одного скина не будет. Это мы сейчас и проверим, потому что мне кажется, все в точности наоборот. О, кредиты, вот видишь, уже что-то хорошее выпадает, а ты говоришь, нет. Ну у тебя все равно даже на пчелу на твою не хватит ни одного кредита вообще. Палец устал кликать. Это столько призов мы открываем за один только ролик, я даже не могу их количество сосчитать, хотя нет, можно. Владус, у меня вообще кажется, наши мышки скоро сломаются. Да, надо было поэтому открывать пальцем по телефону, тапать, как на хомяка. О, снова кредиты, кубик, отлично. У меня практически разблокировался бравлер, я не знаю, сколько еще должно быть. У меня вообще ни кредитов, нифига нету, только...
Надо было про это раньше сказать, походу. Да, потому что я тебе говорю, мысли должны работать. Ты должен загадать то, что ты хочешь. Вот видишь, тогда ты загадал. Мои мысли кредиты настроены на легендарку, но не на 500 монет, ну, блин. 500 монет, это, видите ли, тоже легендарно. Опа, скин. Понятно, это было сразу видно, зато он классный. Хороший скин. Я такой скин вообще давно из призов уже не видел. А я вообще его не видел ни разу. Ну, потому что я в Brawl Stars не играю. Хотя, если бы вы поставили 100 тысяч лайков, то я бы записал новое видео по Brawl Stars. А что там будешь делать? Лабиринты какими проходить, да, наверное, опять? А вот не знаю, не скажу. Когда 100 тысяч лайков будет, тогда и будем разговаривать. Предлагаю зрителям в комментах просто угадать, ну, как вы думаете, там, что он будет дальше записывать. Мне два раза подряд выпали блинги. Тебе все равно. Это будет максимум. Больше ничего не выпадет. Я очень сильно этого хочу. Хочу себе уже кого-нибудь. Как это максимум, Кубик? Я сейчас открою мегаящики, у меня уже 6 предметов. Это уже значит... Ты что, уже до мегабоксов дошел? Владос! Так, Кубик. Это нечестно. Это все честно. Поехали. Первый. Опять скин. Почему только на Фрэнка? Что это за проклятый аккаунт? Почему так? Ты же сам зашел на проклятый аккаунт. Ты же сам об этом говорил. Тоже верно. О, 7 предметов. А проклятый аккаунт работает? Не работает. Да. Не работает. Сработал на все 100 баллов. Не работает. Я уж думал, что все. Думал, повезет. Сейчас будет туда-сюда там светиться. Владос, короче, смотри, нужно просто спидран мегаящика устроить, и тогда 100% выпадет какой-нибудь боец. Да нет, нет, нужно аккуратненько. Нужно готовиться к каждому открытию, формировать мысли. И поехали. Сейчас будет лего. Ладно, Владус, не сейчас. Моя идея была неправильной. Вообще ничего не выпадает. Похоже, что да, похоже, не выпадает. Тогда выпадет с призов старт. Опа! Блин, Кубик, я думал бравлер. Владус, беру свои слова назад. У меня сейчас будет светиться 3 предмета. Эх, ладно, заберу скин. А ты мог хотя бы там подождать? Не знаю. У меня вообще-то тоже скин выпал, но не один. Не, ну Кубик, у тебя тоже 2 скина, так что нечему радоваться. А ты думал, что сейчас а хотелось бы 2 бравлеров. Ну, знаешь ли, призы стар как будто немножко чем-то получше. Ты подожди, у меня вообще-то кое-что светится, и это светится еще один новый боец. Эпический. Да как так-то? Кубик меня начинает догонять. Больше скажу, он начинает меня перегонять, потому что ему начинает выпадать. Да-да-да. Больше скинов, больше бравлеров. Эпический. Дай хотя бы мне хоть что... 100 кредитов, Кубик. А ты в курсе вообще, что может выпасть даже 1000 кредитов, даже 2 из легендарного приза? Чего? 2000 кредитов? Не верю, нет. Ну это прям бывает вообще супер крайне редко. Ну супер крайне редко, это конечно круто, но лучше бы супер крайне редко мне выпала легендарка. Ты чего, офигел? Ну не легендарка, конечно, но тоже баллов достаточно, понимаешь, да? Мифик! Так это 7 баллов, наверное, тебе выпало сейчас только что. Владус, и это только начало, у тебя из мифика всего лишь гаджет. Как начало? Не-не-не, Кубик, давай-ка завязывай, я сейчас выбью какую-нибудь. Я что наоборот, я должен только выбить? Вошел во вкус, мне сейчас бравлеров нужно больше. Ладно, ускоряемся, ускоряемся, мы должны тогда открыть очень быстро все призы старые. Я должен перейти к мегаящикам. Все, Кубик, я начинаю считать, что мегаящики реально лучше, чем... Владос, чем легендарки? Ты там, ну, видишь, да, что мне выпало? К сожалению, вижу. А вот сейчас еще внимательно смотри, потому что это будет сразу новенький. Что это? Бравлер. Кубик, да как? О, нет, ребята, я это тебе сказал, буквально... это только начало. Это автоматический проигрыш в битве. Если мне сейчас не выпадает легендарка, то все. Кубик выиграл, и у него очень много бравлеров выпало за ролик. Владос, посчитайте сами. Ты что-то лишнее сказал. Не надо говорить, если. У тебя просто и так ничего не выпадет, это же логично. Я думаю, выпадет. Надо просто в это верить. Надо просто ждать, ждать, открывать, открывать и... Я не понимаю, почему... Кубик! Ты прикалываешься? Ты... Владус, а это всего лишь призы стар. Я еще даже до мегаящиков не дошел. Ты можешь остановиться? Я вот уже на мегаящик. Хватит! Кубик. Владус, давай я глаза закрою, а ты, ну, по твоей реакции пойму, кто это такой нам выпал. О, нет, Кубик, не может этого быть! Блин, я... Ты чё меня скамишь? Я думал, это легендарка какая-то. Ну да, я хотел тебя заскамить. Тебе просто скин Эльприма выпал. Но он хороший. У тебя получилось. Оу. Чего? Хорошо, скин. А, это... Это бравлер? Скин. Какой скин, Кубик? Я перепутал. Вообще-то, во-первых, это бравлер. Во-вторых, он же раньше не выпадал из ящиков. Фу. Так я же тебе сказал, сейчас путь к славе убрали, и сейчас все бравлеры выпадают. Ты чем вообще слушаешь? Ладно, ладно, выпадает скин на Барли, но... О, 38 монет, значит, светится. Я же говорил, Кубик, я же говорил. Стоп. Это каждый раз совпадение. Мне из мегаящиков подряд только что выпали бравлеры. Ну, то есть, бравлер, скин, скин. Как такое возможно? Ну, совпадение тоже совпадение. Опа,
три предмета, кубик. Сейчас готовься. Это должна быть легендарка. Да. Самый легендарный скин на Шелли, Владус. Я тебе, ну, прям похлопаю даже. Ладно, может быть, тогда легендарка выпадет с призов стар? Стоп, подожди, кубик. А ты чё, мегаящики только открываешь? Да. Ты, походу, немного уходишь вперед. Ты как так быстро открываешь свои призы? Я не врубаюсь вообще. Оу, кубик. Вот сейчас приготовься. Удиви, чем сможешь удивить? Давай, покажи, что там будет. Три. Целый эпик, Владус. Ну, молодец. У меня вообще на сегодня мифик был. Ну, кубик, ну что я сделаю, если я хочу легендарку, она мне не выпадает? Вот что я должен сделать? Это нужно у разработчиков просить, ну или у зрителей, чтобы они больше лайков ставили. Больше лайков и подписок, это должно работать. Это единственный способ, проверено, сколько бы битв мы не записали. А мы с кубиком записали вот реально много. Вот если мы сейчас лайк поставим, то бравлер будет легендарный. Что это? Что это? Пички, да как, блин? Эпик, эпик. Скучно, кубик, скучно. Ой. Стопэ? У меня скучно, у тебя вообще скин выпал. Да, бывает, и что? Да, было. Было. Вот знаешь, кубик, если... Опа, 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 спраут! Он ведь и сегодня уже вроде как выпадал! Ну да, только не бравлера почему-то все время выпадает скин. Наверное, потому что бравлер у меня уже есть. Возможно. А вот у меня сейчас будет бравлер... А, нет, нет, тоже скин на Карла! Это сразу видно, зато скин очень классный. Вот он мне нравится, вот он очень хороший скин. Владус, а ты заметил то, что сейчас, когда скины выпадают, у них еще фон вообще прикольный в Brawl Stars такой выглядит? Круче фон, когда Лего выпадает, я тебе так скажу. Здесь вообще даже не поспоришь. Не поспоришь. Лего должна быть на моем аккаунте сегодня же. Прям сейчас же, я бы сказал. Снова кредиты, кредиты на Джеки. Так там тебе по 10 штук выпадает, это вообще бесполезно, ну, на самом деле. Ну, по сути-то да. Но 100 недавно выпало, 100 же, это хорошо, по идее. Ну да, но вот косарь было бы намного лучше. Почему сразу косарь? Ну это прям высокий уровень, так сказать. Вот из мифика просто может выпасть 500 кредитов, а из легендарного косарь. И я бы от него на самом деле не отказался, сразу бы целую кучу бравлеров нафармил. Так, а кто бы отказался от косаря кредитов. Я бы и от косаря бравлеров не отказался тогда уж. Ты че, вообще с ума сошел? Ну, а как? Ну, такое может быть, конечно, лет через 10. А у меня уже мега ящик, и сейчас два предмета, один светится. Что вообще за бред? Главное, светяшка. Поехали. Кубик. Владус. Какой нафиг мифик? Ты чё меня так гнать собрался? Начинаешь проигрывать. 100%. Я уже заметил. Ребята, самое время подписаться на канал. Сейчас-ка мы кубика не то что догонять будем, а обгонять. Не надо. Пожалуйста, надо, кубик, остановитесь. Надо. Владус, я тебя походу начинаю догонять. У меня уже мега ящики. И что, у тебя всего лишь два предмета и... Кубик? Да, Владус. Подпишись, или тебе не повезет.